Местное общество слепых наконец смогло задать вопросы, которые давно требовали ответа. Сегодня прошла встреча незрячих челнинцев с муниципальными перевозчиками, управлением транспорта исполкома и сотрудниками ГИБДД. Слабовидящие, а их сегодня в городе более 1500, смогли рассказать о волнующих проблемах. Это отсутствие звукового информатора на транспорте, неприспособленность остановочных павильонов и отношение персонала перевозчиков к инвалидам. Подробности с места событий. Газели нас не посадят. Они даже выгоняют нас, матом ругаются. О том, что давно накипело, сегодня в обществе слепых говорили долго и подробно. Представителей частных перевозок не было, поэтому обсуждались вопросы, связанные с курсированием больших автобусов, на которых нет звуковых информаторов. Самые большие трудности – это когда на остановке приезжают одновременно несколько автобусов. У меня жена, я совсем незрячий, тотально незрячий, жена видит очень плохо. То есть ей нужно подбежать к каждому автобусу вплотную, посмотреть номер. Если автобусов несколько, успеваешь посмотреть только один, остальные уезжают. Идея озвучки маршрутов появилась в 2015 году. В Казани на автобусах установлены внешние громкоговорители. В Нижнекамске, Вальметьевске и в Челнах они также должны были появиться. Представитель электротранспорта, на чьем балансе и находятся нефазы, пообещал ускорить этот процесс. Оборудование, которое на сегодняшний день имеется в автобусах, мы изучим, проработаем. Скорее всего, его необходимо будет дооснастить. Вот. Но, опять же, это выливаются какие-то средства. И поэтапно в дальнейшем автобусы будут оснащены. В трамваях программу уже начали реализовывать. Сегодня в городе курсируют 118 трамваев. Во всех оборудована внутрисалонная голосовая связь. И только в 50 из них есть звуковой информатор с внешними динамиками, называющими номер маршрута. Незрячие челнинцы, которые ждут транспорт на остановке, ориентируются именно по этому звуку. Но, как отмечают слабовидящие, звук динамика в большинстве случаев разобрать не удается. И этот недочет в ООО «Электротранспорт» обещали учесть. Проблема есть у нас и с нумерацией, которая для слабовидящих. То есть, вроде бы как, есть у нас световые табло на автобусах и на трамваях, и большие крупные трафареты. Но, к сожалению, они зачастую размещаются в разных частях автобуса, и незрячим приходится бегать искать этот трафарет. На собрании стало известно о разработке программы, которая позволит всем горожанам, в том числе и слабовидящим, узнавать, через сколько минут и какой именно маршрут подъедет к остановке. Кроме того, для повышения качества обслуживания водители и кондукторы общественного транспорта прошли в июне специальный курс о правилах поведения по отношению к маломобильным группам населения. Ландыш Капранова, Андрей Буслаков, Дмитрий Кравченко, Челны 24.